Всем доброе утро. С вами так и до работы не доедешь, специалист. Люди, будьте внимательны, не спешите. Не могу не заснять и не показать вам полевые цветы у Эльвиры на участке. Семена засеяли, и вместо травы полевые цветы. Очень красиво. А маки подняли свои головки и смотрят прямо на меня. Дождик, дождик, дождик. Вышла и радость. Вот действительно радость. Дождик. Сколько же мы его ждали. Теперь все польет, все помоет. Красота. У нас, посмотрите, наш хибискус начинает цвести. Или гибискус, правильно, да? Герани мои огонечки под дождичком стоят. Ой, рады. И прохладно, и так хорошо. Хотя, вы знаете, вот всю неделю люди работают. Жарище неимоверное. Конец недели. Отдохнуть бы. Покупаться, позагорать. А тут дождь. Но я рада. Дождь, дождь, дождь. Это ж какая свежесть. Слышите капельки? Красота. Хоста наша в капельках. Я рада за природу. Рада. Это не то, что мы из лейки поливаем. Тут будет все пролито. И травка, как раз Иванушка вчера подстриг. А вот уже и виноградик у нас есть. Свежо, дышится так хорошо. И каждый листик, каждый цветочек, каждая травинка рада этому дождю. Ребята, у кого жара, мы делимся с вами дождичком. Магазин «Нетто» временно закрыт. На неделю магазин переделывают. Алло, Крастич. Здесь стоят два больших прицепа холодильника для продуктов на время ремонта магазина. Захотелось нам вкусного немецкого тортика. Шока Занне торты. Сейчас распакую и вам покажу. Я не могу. Наш любопытный Варвара, конечно, тут. Понюхал, но, видимо, запаха, наверное, толком никакого нет. Он еще замороженный. Сейчас оттает. Не сейчас, конечно, но часика через два. И мы будем пить чай. Красивый. И, конечно же, вкусный. Сегодня буду готовить тинтенфишринга. Они в тесте. Это продукты моря. Отправлю на бумагу для выпечки в духовку и все вам покажу. Для Леушки у нас куриная печень. Сейчас я ее поставлю отваривать. Отвариваю всегда без соли. И наш Леушка уже мурлыкает. Уже хочет кушать. Все очень быстренько. И вкусняшка готова. У нас все такое любят. И сегодня, мои хорошие, я готовлю очень быстрое блюдо. Это слой макароны, слой фарша, сверху опять макароны, заливка
И теперь последний слой – это сыр. И отправлю в духовку. Все сверху я посыпала тертым сыром. Ну что ж, на 25 минут я ставлю. А дальше посмотрим. Я свою работу выполнила, а теперь работает духовка. Я сегодня не делала салат, я порезала огурчики, посолила и помидорки. У Леушки у нас вот такой сегодня ужин будет. Куриная печень. Я ее отвариваю без соли. И он кушает с большим удовольствием. А наша Эльвира работает вечером. Сейчас не жарко. Убирает сорняк. Это были цветочки. Росли, цвели. Эльвира говорит, что от этих цветочков уже... Эльвира говорит, что это тысячи, миллионы семян, которые сейчас упали на землю. И на следующий год опять будут эти цветочки. Вы можете себе представить, да? Женщина, которой 89 лет. Ну, умница. Мы так рады, что она у нас есть. Это корм для птичек Эльвира накладывает. Наша Эльвира на балконе цветочки полила. Эльвире сделали такую решетку на дверь. Ей так спокойнее, она говорит. Ну, пожилой человек... Шойнабент, Эльвира! И утром она может открывать дверь настежь, и нет у нее такого какого-то неприятного чувства. Ну и хорошо. С кухней я расправилась, мои золотые, и запеканка готова. Конечно же, вкусная. Сыр хрустящий, ароматная. Мы будем ужинать. Если вы кушаете, желаем вам приятного аппетита, прекрасного вечера и настроения. Я вас обнимаю. Чус. Пока.